По ночам вы слышите ритмичное постукивание, доносящееся с потолка. Это означает, что скоро вы встретитесь с крышником. Крышник – это существо с длинными руками и ногами, худощавым телом и вытянутой головой. Это подвид ночного гостя, который получился путем мутации шастая по заброшенным атомным станциям. Имя – крышник. Тип – метрический. Место обитания – города и пригороды Копановской области. Питание – человеческое мясо. Слабость. Что нужно делать при встрече с крышником? Во-первых, не тратьте время на закрытие окон и дверей, это вам не поможет. Второе, найдите место, где можно спрятаться. В-третьих, позвоните в МЧС и сообщите о крышнике.